Утро 1 марта, 9:30 утра. Было прохладно, видимо, около 30 градусов. Мы перестали мерить на 26. Собираемся в дальнейший путь. Карлсон теплится, Дима собирается. Я сушу вещи на велосипеде. Крючево? Майонез-то, да. Крючево байкальское. Снег из палатки. Намерзло много иния на стенке. Прям шуба из иния. Мы собираемся. Ночевка на льду не сложна, но требует большого количества энергии, потому что все очень быстро замерзает, в том числе части тела. Мы решили не проезжать намеченные участки, а ехать сколько едется, потому что резервные дни у нас есть, мы можем закончить путешествие раньше. В общем, решили ехать, не напрягаясь. Бесконечные ледяные нагромождения. А есть такая разновидность, да, тоже непроходимо для велосипедиста. Ты такую же это перешел трещину, да? Да, да. Ага. Ну я сейчас найду где поуже, да, перееду там чуть дальше. Ну перейду, в смысле. Высочайшая вершина Альфона. 1230 метров. Да. Уровень Байкала 450, по-моему, метров. Поехали.
покупать ташкиней. Восточный берег Ольхон. Французская изба. Сюда входит Пать и Диба. Что надо еще? А, вот это еще. Капсуль. И потом еще. Лапшу.